Деловые связи сегодня настраивали руководство «Лукойла» и администрации региона. Президент нефтяной компании Вагит Алекперов и губернатор Вениамин Кондратьев пообщались в комнате переговоров. На встрече обсуждались направления, в которых Краснодарский край и «Лукойл» могут сотрудничать в будущем не только в продвижении экономических проектов, но и социальных. Нефтяная компания для Кубани – важный стратегический партнер, отметил Вениамин Кондратьев.